Первый снег, по прогнозам синоптиков, может выпасть в конце октября. И сегодня город активно готовится к холодному сезону. Этому вопросу, в частности, готовности городских служб к содержанию дорог и общественных территорий, особое внимание уделили на совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк. От прогноза мы с вами отталкиваемся по многим направлениям, в части сезонности, укладки асфальта, вообще организации работы. Исходя из прогнозов, уже и выстраивать нашу работу по обеспечению комфортности, ну и, конечно, безопасности. Определенные цифры мы еще посмотрим, на них надо будет сориентироваться и посмотрим повнимательнее травматизм прошлого года, позапрошлого года. На повестке своевременная обработка и очистка дорог, тротуаров, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам. Всего на содержание учреждений администрации районов в Барнауле более 10 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Зимой задействуют 280 единиц техники, а в период сложных погодных условий будут нанимать дополнительную технику. Готовность на сегодня учреждений высокая. Вся специализированная техника оборудована, заготовленная песчано-соляная смесь, противогололедные материалы Бионорд, более 50 тысяч тонн таких реагентов мы имеем в наличии. Поэтому на сегодняшний день мы готовы к началу зимнего периода. Добавим, на содержание дорог направят порядка 660 миллионов рублей. А график работы техники и еженедельные оперативные планы по уборке улично-дорожной сети можно будет изучать в режиме онлайн на сайте города. Юлия Щепина, «День с толком».